Хольфесту актор, режисер. Дуже раді його вітати. Ну, директором Гольфесту я став випадково, справді. Мене просто призначили, і мені прийшлось виконувати цю роль, тому що ніхто в цю халепу не захотів встрівати. Якщо ви не проти, я буду це розмовляти такою мовою цікавою, десь російською, десь англійською, десь українською, а ще в мене багато сленгу різного, там, типа бабло, там, і так далі. А вот, ну, тему я придумал достаточно быстро. Наталья спросила, что было бы интересно. Наталья меня пригласила после такого интересного воркшопа во Львове, который проходил, вот на тему регенерация промышленных зон. Ну, я там добавил в арт-пространство, ну так от себя. А что на этих воркшопах рассматривалось в основном, это разные бизнес-модели того, как можно регенерировать те или другие промышленные зоны, стоящие заводы, фабрики, там, разные институции, которые уже не функционируют. Хотя на самом деле реорганизация необходима и реструктуризация необходима и тем заводам, и тем зонам, которые работают, потому что они работают в основном, к сожалению, неэффективно. Или к счастью, не знаю. Вот. И у меня всегда, вот, точнее, там на моем докладе я как бы так пропагандировал, инспирировал такую мысль о том, что пространство само по себе, оно как бы ну, несет никакой смысловой нагрузки. Но оно может, конечно же, вдохновлять. Но опять-таки, кого оно может вдохновлять? Оно может вдохновлять художника. Ну, того человека, который может видеть по-другому то или другое пространство. Вот поэтому этой теме здесь я бы хотел бы поговорить больше о идеологии, о том, как то или другое пространство, на самом деле, что нужно сделать для того, чтобы оно начало ну, вообще развиваться, двигаться. Существует много моделей, там, например, есть модель, российская модель, там есть такие зоны, арт-кластера, как Красный Октябрь, Стрелка. Вот они за счет того, что там все лежит, сидит на такой нефтяной иголке, бабла у них достаточно, в принципе, и там какие-то крутые олигархички отслюнявливают бабло, и вот дали молодежи как бы сделать такую вот возможность там реструктуризировать ту или другую зону. Ну, например, Красный Октябрь или Стрелка. Пришли туда художники, наделали кучу счастья, сделали красоту. Вот, и вот как бы, а дальше олигарх говорит, ну я вот кинул это 2 ляма, а что там дальше делать? Как бы, или надо дальше бабло в это бросать, или что? А деньги закончились. И как бы эти зоны постепенно сейчас уходят на нет. Аренда огромная, художники не способны платить за аренду этих пространств солидные суммы. Настроить бизнес-модель, типа там продавать хендмейд, это такая весьма опасная тема, потому что ну, сделать что-то круче, чем там делает Америка с 30-х годов, там, да, придумав перформанс, там, акционные формы, ну, нам еще как бы нужно немножечко постараться, ну и России тоже. Поэтому, в принципе, это не дало никакого эффекта. На Западе там другая история, она выглядит в виде таких полусквотов, что ли, которые даже в какой-то мере финансируются государством. То есть само государство берет на себя ответственность за тех или других художников и вкладывает баблишко в то, чтобы та или другая зона развивалась, поддерживая его как там, очаг небольшой. Вот в Украине денег нет и не будет. В том смысле, что не будет вот этих вот как бы денег, которые вот кто-то дал, и в результате за эти деньги кто-то что-то сделал.
То есть необходимо придумывать новые бизнес-модели, которых нету ни на Западе, ни в России. Вот. И в принципе вот здесь как бы появляется масса разных вариантов, вопросов и как бы всяких глубоких тем, кто мы, что мы, откуда мы, почему мы и так далее. Украина, к сожалению, большому сожалению, не имеет своей ни гуманитарной политики, ни идеологической составляющей вообще. Там, мы как страна, по сути, я буду такими дерзкими фразами говорить, потому что моя фамилия Демский, я буду говорить дерзко. Вот, там вообще в 1900 году мы там вообще были вроде бы государство Украина, а принадлежали там кому? Австро-Венгрии и России. Ну, то есть, как бы, даже при независимости страны, вот, которая сколько, 24 года, да, у нас, мы, ну, по сути, независимыми не были. Все равно здесь давлеющая такая идеология была все-таки пророссийская. Мы всегда находились на стыке разных цивилизаций. Вот. Это неплохо, нехорошо, это так есть. Так происходит, что много людей очень ультранационально настроенных, или наоборот, пророссийско очень настроенных, или еще как-то настроенных, любят бить в грудь себя и кричать о том, что мы такие или мы сякие. Опять-таки, к сожалению, при таких условиях что-либо создать невозможно. Можно, конечно, кричать о том, что у нас глубокие национальные корни, и выводить ребяток в красных штанах на сцену и кричать, что мы козаки, что у нас гопак. Вот, с другой стороны, при этом не рождается абсолютно ничего нового. Новое – это то, что, ну, как бы не похоже, да, вообще ни на что, ни на европейский продукт, ни на восточный продукт. Украина, естественно, часто копирует просто под такую копирку западный продукт и его здесь представляет как некий новый. Поскольку население достаточно консервативно, то в принципе определить, реально ли это новое или нет, почти невозможно. Для того, чтобы это определить, нужно проехать по всему миру и посмотреть, что происходит. Или пригласить сюда. Но опять-таки, это все равно нужно поехать туда, чтобы там посмотреть, определить, что ты хочешь сюда привезти, и вот как бы привезти сюда, и показать же нашему прекрасному обществу, что же вообще в мире происходит, где мы, в каком... То есть создается впечатление вакуума такого, высосанного воздуха. Ну, на самом деле, без как бы без преувеличений, без какого-то вот этого фанатизма. Я тоже страшный нацик, на самом деле. Очень люблю страну свою. Три роки размовляв чисто украинскую мову. Вот, причем в сознательном возрасте, я имею в виду. Вот, и более того, сейчас опять перейду на нее. Вот, то есть буду... Вот, люблю много украинского, но очень много украинского ненавижу. Просто вот ненавижу, потому что я не понимаю, как можно, ну, жить мертвым. Ну, то есть то, что как бы то, что умерло, то, что оно, и более того, его в той форме возродить нельзя. Это бессмысленно. Можно, понятно, в каком-то контингенте людей. Это касается, например, всех практически академических театров страны. Ну, почти всех. То есть, за исключением каких-то там единиц. Я люблю наводить страшный этот пример, потому что у меня есть такой экспириенс классный. Я поработал зам художественного руководителя большого театра, где у меня в руководстве было 400 человек. Среди них артисты, музыканты, цеха, хоры, там. Вот. Это театр оперы и балета для детей и юношества на Подоле, в Киеве. Вот. Ну, понятно, что говоря вообще о том, о чем я говорю, я наживаю себе, конечно, каких-то врагов, там, ну, людей, которые будут на меня смотреть жестко, цинично, может быть, желать мне чего-то плохого, кто-то, наоборот, чего-то хорошего. Но такова, наверное, у меня судьба, как бы нести правду в уши людей.
Вот. И, собственно говоря, мы пришли туда работать в ноябре прошлого года. Как только мы зашли туда, и огромные залы, большие пространства, артисты, замы, все они как мыши. И нет никого. Просто вот вообще никого нет. Ты приходишь там, а он нет, он уехал, а тут на больничном, а этот еще что-то. Все ждут, пока вот начальнички вот как бы пришли. А пришла маленькая команда, я, Влад Троицкий, напомню, кто это президент, да? Все знают, кто такой Влад Троицкий. Президент Гугольфеста, основатель театра Дах, основатель группы Даха Браха, Дах Дотерс, единственных, по сути, в Украине успешных проектов, которые в мире крайне востребованы и ездят по всему миру уже без него, как, то есть, успешные, зарабатывающие деньги и представляющие страну. Вот, и как бы мы пришли вместе, и давай же, в общем, огромное пространство в центре города, на Подоле, историческая часть, красота неописуемая, холодно, правда, облезлые стены, рядом один из прекраснейших университетов, академий, точнее, Киево-Могилянская академия, в которой, ну, учится, по сути, такое украинское поколение, читающее, думающее, производящее, активное. И вот я вот сколько раз я стоял под этой академией, я не видел ни разу, чтобы оттуда вышел человек молодой и повернул вот в этот театр. Оказывается, театр работает один раз в день, в лучшем случае, это в обед для маленьких детей, совсем маленьких, и для мам и пап, ну точнее для мам, папы на работе. Это все недорого, понятно, то есть достаточно дешево. Вот все это тихо, постановки есть 30 лет, 40 лет. Эти прекрасные декорации хранятся, их нельзя трогать пальцами, потому что тут монтировщики ходят и говорят: чуть-чуть-чуть, не трогай, не трогай. Вот этому 30 лет холсту. Вот, и мы как бы, ну, сейчас думаем, сделаем же театр, театрище, уже сколько знаем, Влад Троицкий, новая опера. И рождается идея «Сковорода-центр». Большой центр с семейным досугом, круглосуточно работающий для детей, для юношей, для родителей. Не так, что там пришла мама с ребенком, мама спит, ребенок там это. Хотя, ну, на тех спектаклях, которые там показываются, через 10 минут там просто превращается все в школу на переменке. То есть все эти дети начинают кружить там, там играться в телефоны и друг с другом много общаться. При этом актеры на сцене, естественно, играют свою игру, здесь происходит своя игра, все это, и все это как-то вот живет, и вот никто не может сказать с внешней стороны, что вот это плохо или хорошо. Вот. И мы как бы начинаем смотреть и говорим, ну это как бы... Но это как бы не то, и это как бы не то, и это как бы не то. Можно ж здесь добавить это, а можешь со светом поработать вообще. Они говорят: да нет, у нас старые приборы, у нас все, у нас, нам уже 50 лет, никто не меняет приборы. Окей, договорились. В общем, пролоббировали, дали на 2 ляма приборов. Ну, то есть хороших, там, свет сделали в театре. То же самое. Ничего абсолютно после этого не поменялось. Зарплаты, чтобы вы понимали, у артистов очень неплохие, от 500 баксов. В принципе, ну, жить искусством за 500 баксов можно. Я вам скажу, человек, который жил на хлебе и воде ради искусства, ради того, чтобы играть в театре вообще. Вот, собственно, как бы деньги есть. Более того, я как киевлянин выкладываю свое баблишко каждый месяц и оплачиваю им эти зарплаты и так далее, как и вся киевская тусовка, не зная даже об этом. Мы как бы оплачиваем им. А при этом, так на секундочку буду, чтобы не говорить каких-то там сухих моментов, скажу четко о цифрах. 3 миллиона гривен не получают в виде зарплат. Ну и где-то аренда такого пространства стоит
аренда такого пространства стоит, это просто для изменения второго плана, аренда такого пространства стоит не меньше 1 000 000 гривен в месяц, такого масштаба, в таком месте в Киеве. При этом у них демпинговая цена от государства 1 гривна в год. Вот, при этом там есть такой директор, его фамилия Щур. Вот она не зря такая у него. Ну и как бы, ну и как бы доход где-то 1200-1300 гривен, которые они имеют с билетов, и еще столько же они имеют, потому что они делают ярмарку трусов там каждую неделю. Ну это просто ужасно вообще. Потому что ты приходишь в театр, дети, ну то есть вообще, вот как бы вдуматься просто, дети маленькие с родителями идут посмотреть на искусство через вот этот полный трэш вообще. То есть ты как бы, ты заходишь и видишь огромное количество разных людей, которые на тебя смотрят с точки зрения, насколько ты можешь у них купить. То есть, и дальше ты проходишь в этот театр, и там тебя встречают, ну, артисты разные. Артисты есть и хорошие, есть не очень хорошие, певцы есть хорошие, не очень хорошие. Но они попали вот в эту тяжелую машину, как бы, этой театральной жизни, и как бы уже, в принципе, нет смысла уже что-то менять, и можно так жизнь закончить через там лет 30-40. То есть вот это все, вот это ты как бы погрязаешь в эту, сначала как бы идет этот аудит. Мы начинаем смотреть вообще, что происходит. Мы говорим, ребят, ну это же ненормально, там эти ярмарки и так далее, давайте что-то. А нам сверху вот скинули. Ну мы говорим, ну окей, хорошо, там пошли в управление культуры, пошли в министерство. Это еще до Майдана. То есть это когда там 3 брони, танк там, еще там 3 брони, чтобы дойти туда, да, в этот Министерство культуры. Ну, мы там какие-то лазейки нашли, прошли туда, сказали, ну, ребят, ну, это как-то, ну, если вы хотите, чтобы мы что-то делали, давайте как-то это все уберем. Они говорят, окей, убирайте. Убрали эти ярмарки. Нету ярмарок. Опять ничего не меняется. То есть, все равно все по-прежнему, приходят там замы, говорят, да-да, как прекрасно, что вы пришли. Мы рады, что наконец-то у нас будут какие-то изменения в театре, потому что это просто все невыносимо. Вот. И проходит еще месяц, мы понимаем, что ну, нужно как-то действовать. Начинаем организовывать просто тех артистов для новой постановки. Предложили, есть такой крутой чувак в Украине, Луньов. Вот у него, он написал очень классную оперу, современную, опера «Алиса», ну, по «Алисе». Вот, и мы как бы предлагаем поставить, режиссером является Влад Троицкий, поставить вот эту историю. И мы как бы сбираем эти цеха, а там на каждом цеху, в общем, там, по-моему, 5 цехов, оркестр, хоровики, солисты, артисты, художники. Так, 5, по-моему. Ну, помимо технических, световые, звуковые там, и так далее. Вот, и мы собираем этих замцехов и говорим, давайте что-то новенькое сделаем. Бог с вами, там, то, что вы старенькое играете, и без этого никак вот не можете, пусть оно как-то пока остается. Сейчас новенькое сделаем, потом к старенькому вернемся, там что-то почистим, может, что-то придумаем новенькое. Вот. И вдруг они как бы говорят, да, а мы вот на гастроли уезжаем. Мы такие, ну, а каким образом вы едете на гастроли? Вы вообще-то на зарплатах государственных, там, ну, все это. У нас все, у нас договора, мы ничего не знаем, идите, отдыхайте. Ну, мы как бы там попытались проанализировать этот рынок. В общем, история заключается в следующем. За государственные деньги эти люди делают декорации и костюмы. Затем они эти декорации и костюмы используют как халтуры. Они выезжают там за бугор. И там где-то в каких-то там в 2-звездочных отелях они там живут. Получают там 7 евро в день там. Ну, и как-то что-то играют, заполняют какую-то там такую нишу, ниже среднюю нишу европейских фестивалей,
не очень там крутых, вот как, да, как детские оперы и балета для детей юношества. Вот. Ну, мы пытались там как-то на них повлиять. Понятно, что мы могли там выпустить ряд приказов, ряд серьезных там каких-то бюрократических, пройти какую-то бюрократическую машину и приказать им быть на этих репетициях. Но это не являлось целью, являлось целью все-таки реорганизация, да, то есть постепенно как-то с этими людьми сотрудничать и выводить их в новый какой-то мир. В общем, долгими переговорами там в течение нескольких недель, практически месяца. Вся эта история длилась, мы просто ходили и говорили, ну, пожалуйста, поработайте ну, с гением, вот он стоит. Да не, ну какой он гений, он не гений, черт знает что вообще. Предлагали, мы смотрели все, что он видит, Дахабраха ужас, Дах Дотерс это трэш, это ужас, это детям нельзя показывать. В общем, начались какие-то собрания, которые можно посмотреть на YouTube, вбиваете КМАТОБ, вот, Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества. Это я снимал там на видео лично. Можно посмотреть, как эти собрания вообще проходили. То есть это выходит там замдиректор, потом уходит, там, выходим мы. А что вы, может быть, вы тут вообще устроите зоопарк? Там, ну, то есть такие вот высказывания, вплоть до... Ну, вплоть до обидных, ну, с точки зрения чисто человеческих взаимоотношений, то есть очень такие вульгарные уже, вот, и как бы повстал народ, пролетариат против вот, Демиурга. И как бы мы попытались еще несколько раз там сделать с ними репетиции, для них эти репетиции вообще были, они были в шоке. Потому что репетиция начиналась таким образом, там собиралась. Мы уже сказали так цехам, кто хочет, приходите. Мы там что-то делаем, приходите, мы что-то сделаем. Ну там где-то 3, 4, 5 человек, там с того цеха, ну что-то какая-то молодежь там, ну кто реально там, у кого там что-то болит еще в душе, собрались на эту репетицию. И репетиция заключалась в том, что вот как бы... А Влад Троицкий, он не имеет музыкального образования. То есть пошли письма, что как могли поставить художественным руководителям такого серьезного театра человека без музыкального образования. Человек сделал два мюзикла, самых больших. Кстати, в Венгрии в 2012 году его опера стала лучшей оперой Венгрии. Вот. Ну, Влад Троицкий, не имеющий музыкального образования, не читающих нот, не читающего ноты, и, то есть как бы не то есть просто гениально слышащего. Вот. И, в общем, вся репетиция заключалась в том, что там красивый такой зал круглый, там балконы, и вот он отправил там нескольких человек на балкон, там, ну, а спойте вот там, ну, там, то-то. Ну и у всех как бы этот диссонанс, люди не готовы работать, если они как бы не готовы. То есть им нужно вот долго, то есть им нужно выстроить партитуру, там, то есть сделать за них, да, какой-то кусок, объем работы, разложить это все по полкам, и потом эти люди готовы, когда они четко знают свою роль, как бы, как вот, да, огромный механизм, вот как бы вот эти вот звенья, эти шестереночки, и вот эти вот, вот в этих шестереночках каждый себя нашел, и вот пока человек не нашел, он как артист, играющий уже там, не знаю, там 20 лет, всего как бы боится. То есть, а, вот это вы хотели? То есть, очень такая, как бы, замкнутая, на самом деле, в таком механизме сейчас в современной режиссуре родиться ничего не может вообще. То есть, инновационная режиссура, современная режиссура, она рождает. Она уже не строит, то есть это не заведомо выстроенная какая-то такая мощная пьеса, в которую ты выставляешь актеров, такого нету сейчас. То есть сейчас там Запад, допустим, работает по теме, что берутся разные пьесы, то есть берется идеология, тематика, придумывая, она берется, как правило, не с самой как бы пьесы, потому что ну, вообще современной пьесы, например, в Украине ее просто вообще нет. Там есть одна там опера, там, ну, может быть, одна. Я имею в виду
актуальна не социалка, где а вот, ну, о стране, да, о людях, как бы, что у них болит, почему это происходит, как, то есть какая-то философия, глубина, там, лала. Вот этого, как бы, ну, этого нету. Поэтому берутся куски, там, берутся Достоевский, там, берется Честертон, там, Пелевин, там, я не знаю, берутся, и актерам разбрасывается. Долго, вот как в Дахе происходит, например, люди говорят между собой, да, приходит там режиссер и говорит, вот, что вы хотите? Ну, это вопросы к вам тоже. Это самый сложный вопрос. Вернее, ответить на него очень сложно. Ну вот мы как, вот и при этом мы пытаемся, то есть каждый говорит сначала всякие глупости, там, ну, глупости, хорошие глупости, правильные глупости, красивые глупости. И потом из этих глупостей вдруг начинает вязаться смысл. То есть режиссер является не человеком-постановщиком, а модератором. То есть он дает возможность каждому человеку отдельно, да, объявить о своем задуме собственном. Вот как бы это мой задум. Вот я этим живу, я хочу вот это. Я понимаю, что, блин, ну вот без этого я никак, вот, ну, страна вот болит у меня, понимаете, вот в душе. Вот оно болит вообще, просто вот сердце сжимается вот так вот от того, что вот человеку безразлично. Ну, безразлично ему, понимаете, вот плевать вообще, что там происходит, что здесь происходит. Вот он как бы, вот ты заходишь к нему в квартиру, а у него там все четко выстроено, ванночка там, все это, все ремонтик там за 40 евро там, ну и так далее, так далее. Все это как бы сделано, все красиво, а выходишь и вступаешь, извините за выражение, в говно. Ну, да, из квартиры. То есть, и вот, вот это вот у меня болит. Я как бы об этом начинаю режиссеру говорить. Он говорит, а что ты вот по этому поводу думаешь, как... Какие есть варианты, может быть, ты где-то читал, как это может быть, и так далее. И дальше начинает развиваться, начинает набрасываться разная драматургия. Что вообще может отражать такую картину? Поскольку артисты, режиссеры не писатели, я имею в виду не гениальные люди слова, а вот, то, естественно, мы начинаем обращаться или к классике, или к какой-то современной драматургии, которая там более-менее качественная, которую там можно, которая более ярко и глубоко всесторонне отражает эту вот идею. И из этих кусков вдруг начинают составляться такие как пятнашки, такие лупы. И затем уже режиссер... отслушивая, отсматривая разные грани этих пьес, там, повести и так далее, начинает выстраивать это на этапе таком, там, вот вы говорите, вот здесь вот стоп, как бы. Затем примыкает следующая часть, следующая, затем это все одевается в костюмы, то есть потом уже появляется свет, потом появляется уже, ну и так далее, и таким образом эта история начинает превращаться в спектакль. Или в оперу, или там, ну, в зависимости от того, какое это направление. Ну, собственно говоря, вот так как бы строится сейчас вот современная работа. Но люди, в таких театрах, в котором мы работали, они привыкли немножечко к другому направлению, к другой немного работе. И в результате мы там на следующую репетицию получили там 5 человек, на следующую репетицию 3. Ну, на следующую репетицию никто не пришел. Вот. Ну, и, собственно говоря, как бы и не нужны мы никому, понимаете? Вот пришли такие все гениальные, умные, а оказывается, все немножечко в другом. Оказывается, как бы во вторых там замах, в третьих замах, в четвертых замах, вот оно там кроется. Поэтому, например, сказать, что вот там наш президент или наш там министр или наш там, там начальник и так далее, там такой или сякой, сейчас достаточно сложно. Потому что люди идеологически уже приходят, да, в руководство там, страны, в руководство разных мест, театров, городов. Более-менее уже какие-то вменяемые, ты с ними можешь как-то говорить, общаться, там, что-то находить. Но вот вся вот эта история под ними, это
огромный, ну, колоссальный такой серый пласт, который вот невозможно, ну, ты не можешь ничего с ним сделать. Более того, ловишь себя на мысли, что в какой-то момент ты являешься частью этого тоже пласта. И вот что тебя отличает вот от этого, от этой как бы части людей, с которыми, которые не хотят ничего в принципе менять. Ну, уютненько, все нормально как-то. И тут вдруг приходит война в страну. Ну, реальная как бы война, ездят люди, гибнут там в военной форме, в танках там. Ну, то есть для меня, например, вот лично для меня это было невозможно вообще. Вот я с самого там детства, в моем сознании это вообще никак не пересекалось. То есть Украина, страна, все это, и вот как это вообще возможно? И вот... И вот как бы вопрос, да, вот почему это как бы происходит? Почему так вообще произошло? Ну, один из ответов – это отсутствие идеологии в стране, отсутствие гуманитарной политики. То есть то место, которое мы ныне называем Донбассом, и которое сейчас стало, ну, если как бы честно, да, то оно все-таки… ну, оно как бы и не было Украиной. В принципе, я имею в виду, кто был на Донбассе, тут поймешь, что это другие люди немножечко. Я ни в коем случае никому не в обиду, у меня нет никаких там российских там и всяких там историй. Просто это немножечко другие люди. Но если ты приходишь к человеку и говоришь, вот, есть такая идея, давай вместе это сделаем, то в принципе можно этого человека, да, как бы подтянуть под другую историю. Дать ему возможность увидеть, услышать, раскрыться. Есть много способов, много вариантов, как это делается. Один из мощнейших – это культурные мероприятия. Вот, и здесь как бы появляется такая тема, что вдруг начинают востребованы быть такие люди, которые делают революцию в культурном плане. А для того, чтобы ее и сделать, для этого необходимо выстроить идеологическую составляющую. Сначала эта идеологическая составляющая выстраивается в каком-то месте. Вы приходите в парк, там, не знаю, там, или домой, если у вас уютно, там, и начинаете как бы в себе колупаться, ковыряться в себе, что по сути вообще, что для меня вообще это странно. Вот, ну вообще вот как бы вот этот вопрос, он часто вообще как бы мерцает. Вот, ну, не только у нас здесь, вообще я имею в виду в плане там средств массовой информации, театральном, музыкальном плане. Вот часто ли этот вопрос пронизывает те или другие культурные события, даже те, которые большие, да, там масштабные, приходят, там пришло там 4, 5, 10 тысяч человек, ну, там Хаммерман изнищивает вирусы, там, или там... или там Sky, или там Океан Эльзы. Ну, Океан Эльзы, у них, кстати, вот после Майдана появилась очень такая мощная идеологическая составляющая. Они стали символом. Вот, поэтому, когда они выступают, у человека поднимается там какой-то националистический настрой, какое-то вот состояние гордости за страну, но этого на самом деле мало. В этом нету природы этой идеологии. Ну, природа, ну, я скажу банальную вещь, она здесь, да, ну, как бы это идеология. Но суть заключается в том, что вот этот раб, вот этот как бы человек, который
который вот там находится перед вами, или другой, или третий, он привык мыслить, что вот существует государство, существует там местное какое-то самоуправление, существует глава дома, ЖЭКа, неважно, это те люди и те институции, которые должны тебе что-то дать. Дать воду, дать мероприятия и так далее, и так далее, и так далее. А вот и нет. А вот дело и не в этом. Никто ничего не даст, естественно. Это специально выстроенная постсоветская и советская идеология, которая достаточно сознательно воплощалась в жизнь для, ну, создания такого потребительского пласта, где человек вообще становится бездейственным. Создается иллюзия, что где-то что-то кто-то руководит, где-то, ну, еще там в советское время была идеология, да, какая-то там, строим там светлое будущее, строим там еще что-то. И после того, как это все развалилось успешно или неуспешно, оно все заменилось коррупцией. Идеологии нету, шланг этот остался идеологический, в него начали запихивать бабло просто. Ну и его начали растаскивать все, кому не лень, да и в принципе, как бы, а что делать-то? Ну этого не переборешь, ничего ты с этим не сделаешь, что хотя бы бабок заработаю, хотя бы тачку куплю. Вот. И по сути, война на Донбассе и то, что мы так быстро лишились этого Крыма, или не лишились. Или, может быть, так и должно было быть. У каждого есть свое мнение. Понятно, что тут ближе к западным районам оно все чуть-чуть так потише, помягче. В Киеве там просто это, вот такое вот, там Айдар ездит, Азов ездит, там это, чиновников бьют только так вообще, налево и направо. Просто вот, нет, значит, в мусорник. Фух. То есть... Опять-таки, здесь тоже есть опасность, что это может перерасти в... Опять, здесь тоже должна быть культура, как бы, да? То есть должен быть какой-то, ну, какой-то момент, порог, когда это все заканчивается, ну, когда останавливается эта история и дальше переходит в какое-то более-менее законодательное русло. Это делается с помощью громадского контроля. То есть создаются общественные организации, да, там, по всей стране. У нас есть такое понятие, как громадская организация, но они, ну, громадскую организацию сейчас имеют исключительно для того, чтобы налоги не платить. Это благотворительная организация, вы ее организовываете, идете там, регистрируете и дальше это, косите бабло, а налоги не платите. Вот. Google Fest тоже громадская организация. Ну, бабло мы не косим, ваш покорный слуга ездит в Киеве на Таврии. Вот, и на папиной тавре. Вот. Отсутствие вот этой гуманитарной политики, вот этого как бы понимания людей, что необходимо цепляться друг за друга на почве созерцания, а не на почве того, что мы обрели другого внешнего врага, это следующий этап, который, ну, необходимо нам сейчас. То есть он наступит. Он наступит, или мы потеряем все остальное дальше. А он начнет отваливать. Это же как бы такая... Это кто был на обрывах там разве, возле моря. Ты как бы подходишь, оно обсыпается. И оно всю жизнь, оно все время обсыпается, обваливается. Точно так же будет происходить и здесь. То есть... Необходимо поставить себя, в первую очередь, в очень экстремальные условия, для того, чтобы вообще, ну, стать пассионарным. Начать что-то более активно проявлять свои действия. То есть пока это не трогает квартиру, домик и собственное тело, до тех пор это все в игноре. Как только тебе по башке дали там в подъезде, ты как бы сразу начинаешь поднимать дом, кричать, а чего, а как, а почему и так далее. Так вот,
необходимо, чтобы эти границы дома, собственно, тела, расширились на всю страну. Что вот второй, что вот регион, один, другой, третий, четвертый, пятый и так далее. Как это сделать? Необходима как бы идеологическая составляющая. То есть, сама как бы идея. Идея вот этого вот созерцания. Google Fest в этом году сделал такой эксперимент. Мы впервые сделали фестиваль не из того, что мы можем там где-то взять, пригласить со всей страны. Ну, точнее, помимо этого, мы создали такую школу-резиденцию за месяц до фестиваля. На большом этом заводе, ЕМЗ, электромеханическом. Где он тут у нас? Это, кстати, открытие в 2010 году. Огромное вообще. Прямо на Майдане 100 тысяч человек собрало. О, вот часть этого завода вот у нас слева. Это огромное такое, огромное пространство, колоссальное, 7 тысяч человек. А кто-то был на Google Fest вообще? Вы были, да? А в яком уроте? Останній раз я була там в Польщі. А, то есть на Видобичах ви були? На Видобичах я не тільки на Google Fest була, так. Ага, а, не тільки на Google Fest, а ще що на Видобичі там. А, на Connection. Вот, да, и на этом большом заводе, огромный, это 7 гектаров земли, там много разных пространств, и одно из них самое большое, вот 5000 квадратных метров, это огромный ангар. Мы вдруг кидаем клич и говорим: эй, ребята со всей страны, вот мы там Google Fest, делаем мы свой фестиваль 7-й раз, вообще независимо ни от чего. Есть бабло, мы делаем, нет бабла, мы тоже делаем. Вот нас поддерживали меценаты, там такой Евгений Уткин, это Квазар Микро. Вот он давал там больше 1 000 000 гривен на реализацию этого проекта. Это такие есть у нас, оказывается, в стране инвесторы, которые интересуются культурой страны и, как оказывается, не просто так. И они как бы вкладывали. Но пришел режим другой, и все поменялось, и как бы денег не стало. И вот в 2011 году мы даже не смогли сделать фестиваль вообще. Нам просто из-за того, что в 2009 году мы делали его в Арсенале, и на него приехал Ющенко и сказал: черт побери, давайте что-то с этим делать. И вдруг Арсенал, который был вот такой же убитый, как вот этот завод, превратился сейчас, там биеннале проводится, ну на минуточку, да, где вставлены там стекла, окна, ну то есть это колоссальные пространства, бешеная инвестиция, хотя она сейчас не очень эффективно используется, но тем не менее Google Fest, да, свои идеологии развил целое пространство, которое тоже там 5 гектаров земли, и которое сейчас развивается как большое арт-пространство. Вот, и оно начало ассоциироваться почему-то там с оранжевыми, пришли другие, сказали: нет, нам выставили огромную цену за аренду этого пространства, которому просто, ну, это было нереально, просто там, несколько 1 000 000 гривен только за аренду пространства, хотя, в принципе, государство должно поддерживать такие инициативы хотя бы на уровне того, чтобы просто не мешать. Вот. И мы в 2011 году вообще не смогли сделать фестиваль. И вдруг вот Анатолий Юркевич, который является олигархом молочным в стране, имеющий вот этот вот завод, предоставил этот завод для проведения фестиваля. Это, конечно же, не Арсенал, это, конечно же, другое место, такой, ну, но это не отшиб города, это неплохое место в городе, но тем не менее такая промзона, грязь, Ковальская, бетон и цемент и все вот это вот, в общем. И мы делаем там первый фестиваль без туалетов, без душевых, без, ну то есть это, ну на минуточку, в Google Fest идет 10 дней, театральная программа 16 стран мира, там, и таких вообще программ
порядка 12. Это театр, музыка, кино. Кто не знает, это, по сути, самое масштабное событие в стране вообще, которое есть, которое приезжает со всей страны и со всего мира. Россия, Франция, Италия, Соединенные Штаты и представляет лучшие вообще свои работы, можно сказать, в театральной сфере, в киносфере, в музыкальной сфере, в образовательной сфере. То есть там первые воркшопы прошли в 2007 году, когда вообще такого понятия не существовало в стране. И вообще это как бы один из первых фестивалей, я имею в виду такого масштаба, который создавался исключительно на идеологической почве, не имеющие под собой изначально, то есть авантюра просто вообще. Просто собралась куча людей и сказала, давайте делать, и сделали его. Вот. Собственно говоря, вот в этом году у нас не было опять вообще бабла. Мы обратились в Министерство культуры, оно пообещало нам 400 тысяч гривен. К сегодняшнему дню они нам уже 200 дали, там по 100 они там выделяют каждый месяц, точнее каждые 2 месяца обещают закрыть. Ну, то есть мы висим в долгах по аппаратуре. Ну, хорошо, подрядчики, нормальные вменяемые люди ждут. Вот, и, собственно говоря, мы открываем эту школу-резиденцию, кричим всем мытцам, всем культурным деятелям, давайте что-то вот, ну, вместе попробуем сделать ко-проект. Что такое ко-проект? Ко-проект это и есть вот это вот нью. Когда приезжает, например, какая-то музыкальная группа или фестиваль, который представляет какие-то наработки уже существующих, это все история. Это все, ну, некое запечатленное прошлое и показанное сейчас. Ко-проект, вот, например, Даха Браха едет по Соединенным Штатам Америки. Они проехали там вот сейчас по всем штатам абсолютно. Каждый раз, когда они выступают, они готовят с еще какой-то музыкальной группой, с визуалами, с театралами, которые находятся в том или другом штате, отдельный, абсолютно новый, уникальный проект конкретно под это событие. Этого продукта может больше не быть вообще никогда. То есть он готовится исключительно под это событие. Он может выстрелить и завпечатлиться, его консервируют, его начинают в него вкидывать силы и так далее, и рождается то, что называется успешные проекты. То есть успешный проект сделать из консервативно существующих направлений, там, одного там художника, или там музыканта, или там, ну, какого-то театрального представления почти невозможно. Потому что оно замкнуто само по себе. Для того, чтобы сделать новый проект, нужно выйти из процесса. Нужно на него как бы посмотреть со стороны. И мы предлагаем там такую тему, как, например, там, открываем школу документального кино, и музыканты, там, перформансисты готовят совместно с режиссерами документального кино отдельный проект. То есть те снимают для театралов, эти снимаются в театре, и начинает рождаться какие-то... Много проектов отваливаются, естественно. То есть там из 100 проектов, ну, выстрелило на Google Фесте. Ну, выстрелило, это, опять-таки, это... ну, как-то, как в Библии написано, сначала было слово, да. Ну, то есть выстрелило в смысле, оно появилось вообще в сознании нас, людей, как вообще, что это возможно. Я не знаю, я вообще, я понятным языком говорю или нет? Столько людей посмеялось, я тоже, да. В том смысле, что мы в своем сознании не даем возможности очень часто увидеть то, что выходит за шаблоны, да? Ну, того, что мы привыкли видеть. И для того, чтобы это увидеть, необходимо столкнуться с кем-то другим, совершенно по-иначе мыслящим. А искусство, они находятся в абсолютно разных форменно-пространственных площадях, то есть разные, они бьются гранями друг от друга, но они не пересекаются, иначе это было бы одно и то же вид искусства. То есть они все как бы разные, и когда ты позволяешь себе, как
одна из самых сложнейших тем в идеологии, это когда вот ты, вот конкретно, вот я там, Максим Демский, я считаю, что так. И все, и всех остальных людей я начинаю, в общем, вот это зомбировать под свою вот исключительно как бы историю. Я не даю своему сознанию возможность увидеть другие точки зрения и выстроить совершенно какой-то третий продукт. Третий. Назовем новое, это как третий. Вот. И, соответственно, у художника, особенно вот у художника, очень такая острая, остро проявленная эгоцентрическая такая как бы история, что вот я художник, это мое, и вот как бы вот здесь вот ну, это будет только так. То же самое происходит на самом деле и в городах. Есть Черновцы, есть там Донбасс, есть Киев, есть там Сумы. Где существует разная элиточка, там своя, бомондик такой, который говорит, вы нас не учите, пожалуйста. Мы тут уже не первый год, мы с 1408 года здесь, так что, пожалуйста. А Киев говорит, так, чуваки, мы вообще 1500 лет. Ну и так далее. В общем, и начинается такая вот, все меряются, да, этими искусствами. Вот. Ну, собственно говоря, это проблема, понимаете, вот как эту грань не... Потому что пригласить группу музыкальную, которая там, или спектакль на эту сцену там с Киева, там с Японии, можно. Но что вот как бы дальше? Вот она выступила, да, там протусили все, ну ладно, бабло там собрали, что там, я не знаю, бэкграунд какой-то получили, ну вот что дальше? Вот что с этим делать? Как нам вот... и сейчас, вот мы сейчас находимся в условиях, в стране, в которой необходимо думать сейчас, что дальше. Если это не под... Если мы сейчас об этом не... если мы сейчас не актуализируем этот вопрос, мы попадем под идеологию другого пласта, другой цивилизации. То есть, более того, она к нам подгребает. То есть, она, мало того, что есть вот это старое наше понимание того, что вон Европа там по стандартам, Россия там, еще плюс ко всему, поскольку не выстраивается внутренняя, центральная эта идеология, ну, она сейчас выстраивается с помощью внешнего врага. Мы Украина, мы нація, нам треба об'єднатися усім, тому що ми програємо. І всі їдуть туди, звідси, там, звідти, з усієї країни для того, щоб боронити свою територію. Но при этом всьому гуманітарна політика, вона взагалі ніяк, ну, тобто нічого не розвивається. Воно все повністю стоїть на місці. Постепенно, вот я знаю информацию о том, что российское посольство уже активизировало дружеские проекты с Украиной. Кидает сейчас бабло, нормально в это деньги, все как бы, все супер, забрасывают, там уже где-то уже что-то уже происходит. То есть по чуть-чуть, сейчас они будут равнять эти границы, понимаете? То есть, а граница не там, она сюда ближе, оказывается, еще. Так что, Днепропетровск тоже, ну, наш. В общем, вот смотрите, как голосует. Оппозиционный блок первый. Там. Это Харьков там, да. Ну, то есть, я специально провожу параллели и с политикой, и с... потому что вот эта вот тема, что я аполитичный, это как бы тема, на самом деле, просто не замечать рядом с собой, что происходит. На самом деле, это яркое отражение. Зеркало нашей всей этой истории. Я не говорю, что нужно туда рваться там, и туда там стремиться, но влиять на это мы должны. Если мы не будем на это влиять, эта тема начнет как бы спускаться ниже, и опять эти чиновнички все это загромоздит в небо. Мечту. И вот Украина после Майдана появляет мечту, появляется у нее мечта. Мечта о красивом государстве. Впервые вообще за историю существования этой страны, вообще с ее существования. Ну там какой-то проблеск там, в 1918 году, там, который хоть и не успешный, но опять-таки сначала было слово.
То есть благодаря тому, что тогда произошли какие-то изменения мелкие, благодаря этому и все равно как бы вернулось назад, сейчас эта граница, она, да, на восток сместилась, а не ближе туда, на запад, не Львов там, да. Вот, поэтому и эта мечта сейчас, которую вот обрели мы, украинцы, она застыла. Мечта есть, надежда появилась, глазки загорелись, что-то там умы уже что-то начали выстраивать себе наперед. Что, ну, то есть начало происходить какое-то бурление в культурном пласте, в социальном, и так далее, и так далее, и так далее. В чем огромный плюс этой всей истории? Идеология начинает расти не сверху вниз, как это было всегда. Выходит чувак, это Греция, пожалуйста, то есть все это пришло от Макиавелли, эта вся история, приходит чувак и говорит: ребята, значит, все будет, только за меня проголосуйте, все будет. Все будет, ну, не через 3 года, ну, не через 5, ну, через 25. Проходит 25, мягко говоря, да. То есть это и вот здесь как бы мы попадаем на самом деле в зону. Я вас так между разными как бы этими пространствами, как бы плоскостями толкаю. И тут появляется на самом деле самый настоящий, что у меня есть, театр. Живой, чистый вообще, в свое, не как лицедейство, как иллюзия, как игра из иллюзий состоящих, а реальная, как бы, ну, реально жизнь, какая она должна, ну, должна быть в качественном, хорошем театре, здесь и сейчас. Называется это истина. Когда каждый из нас вдруг начинает понимать, что завтра нету. Его просто не существует вообще. Это завтра, оно сейчас. Вот. Оно выстроится через 1 секунду. И что у нас выпала такая возможность, на которую все в основном любят чертыхаться. Там типа, как всегда, все быстро, как надо делать, все это быстро. Да, все надо делать быстро и менять, ну, колеса на ходу. То есть вот сейчас вот нету 5 лет для того, чтобы выучить новое поколение, которое будет осмысливать то, что сейчас происходит по-другому. Создавать какие-то, точнее, инициировать новые какие-то идеи и так далее. Это только сейчас мы. Вот такие, как мы есть. С этим вот... С этими всеми чиновничками, отсутствием руководящих звеньев, то есть просто отсутствием руководителей вообще как таковых. Я имею в виду, то есть люди, которые умеют брать ответственность на себя, я имею в виду не то, что вот я взял бабло, тут потратил все и ушел, а ответственность за продукт, который в результате возникает, за журналистику, которая, вот недавно меня пригласили на эфир, называется канал «Социальная Краина», «Спутник». И там они мне там устроили эксперимент. В общем, я когда-то, не знаю, Богдана Кутепова, все знают, на «Грамматиком ТВ» он работает. Ну, такой известный. Да-да-да, Баян, да. Вот, мы с ним первый фестиваль сделали. Вот, и «Зиг-зиг зоны» назывался фестиваль. Вот, и он когда-то вел «Медиатека» на «Телекритике». Ну и он там 3 года назад снимал меня, где я там, ну, жестко вообще троллил журналистов, там просто говорил, что они отстой вообще, и вот Google Fest, пожалуйста, 200 тысяч посетителей, а они там что-то слюни пускают. Ну, в общем, ничего не понятно, что не пишут, никто ничего не разбирается, вот пройдет Google Fest, такого вот такое число, прийдет такая кількість людей. Да я и сам это напишу на Фейсбуке, и придет больше людей, чем это. Ну, в общем, и они мне говорят, вот как вы вот сейчас, вот я говорю, вот, мол, да, вот как бы в стране пошли какие-то изменения, вот даже Google Fest, резиденция, копроекты, мы начали это все крутить, и они мне, а вот давай ты подивимось, и чмок, выводят на экран, где я там так троллю очень хорошо журналистов, говорю, просто журналистики нет, просто сериал какой-то социальный. Просто включаешь, это, ну, вообще-то по телеку этот трэш до сих пор, на самом деле, происходит. Просто как-то он перешел в зону интернета, и там какие-то появились более-менее адекватные
моменты. И я ему, ну, а он мне говорит, ну вот, вот смотрите, вот вы говорили это. Я говорю, ну, если бы, может быть, я этого не говорил бы, сейчас бы не возникло 2-3 журналиста в стране, которые, ну, возникло, понятно, это, которые, ну, то есть я это говорил, второй говорил, третий, четвертый, пятый говорил, десятый говорил, и вдруг, ну, где-то кого-то это задело, да, кто-то там начал из журналистов, думаю, возник какой-то там Мустафа Наем, там, возникли еще какие-то люди, которые на самом деле раньше занимались, ну, совершенно другими вещами, другими передачами. То есть необходимо сейчас вот это вот как бы затравочка, необходим вот этот вот... Что? Раздражителя хватает. Да. То есть, в общем, мы сейчас можем, объединившись и друг с другом создавая ко-проекты, можем привлечь сюда, на территорию страны, совершенно других людей. Людей из Запада, из Востока. Людей таких, которые, например, в Восточной, ну там, в России, которых сейчас вытесняют. Там не нужны пассионарные люди, потому что там пассионарный один человек. Всем он известен. Все остальные оттуда вытесняются, они оттуда выталкиваются. И многие из них рассматривают Украину как место, в котором они могли бы жить и существовать. Жить и создавать новые проекты. Но... Украина сейчас, на данном этапе, не дает такого, не создает этой атмосферы, не создает условий для того, чтобы эти люди сюда приехали. Поскольку у нас не хватает этих руководящих людей, креативного класса, который может развивать эту землю, этих людей, возникает такая достаточно условная идеология, идеология земли. Земли, как, да, известно, Украина, чернозем, там, мать земель русских, ла-ла-ла. То есть вся эта, не, ну это как бы она, вроде бы эта история, как бы такая, вроде формальная, а с другой стороны ты смотришь, она как бы реальная. Ну то есть реально как бы, ну это... Что, это же огромное пространство, на котором я сейчас убираю как бы просто людей, которые, да, на ней живут. А огромное пространство с разными рельефами, с разными атмосферами, с разными средами, которые позволяют тебе так или иначе себя чувствовать. Ну, то есть взаимодействуя с этими средами, взаимодействуя с людьми, которые живут на тех или других пространствах, возникают абсолютно какие-то третьи истории. Вот Украина как земля, идеология, да? Украина как земля, которую из России там, креативный класс как зерно, как семя, которое садится сюда, подтягивает свой капитал, подтягивает, ну, огромное количество. Что такое креативный класс? Креативный класс — это то, за которым дальше идет арт, за которым дальше идет вот весь, ну, вся как бы тусовка, ну, people, в общем, весь абсолютно. То есть делается там какой-нибудь Sky Mall, торговый центр, потом туда подтягиваются артисты, которые там могут там что-то выкрасить, сделать какие-то прекрасные вещи, а потом подтягивают все остальные, купить там, ну и так далее. Хотя, конечно, торговые центры, они себя полностью исчерпали, они сейчас будут. Их история будет падать, потому что вы каждый раз, приходя туда, влипаете в одну и ту же историю. Вы уже знаете, что там происходит. То есть ничего нового там происходить не может. В отличие от больших арт-пространств, в которых постоянно все меняется. Каждую секунду, каждую минуту, каждый день вы приходите и попадаете в новую атмосферу, знакомитесь с новыми людьми, видите, общаетесь и так далее. Есть Запад, который вот приехал в этом году на Google Fest. Это где-то порядка 9 стран мира мы смогли подтянуть разные. Я имею в виду театральные, музыкальные, киноистории. И они говорят, типа, ребят,
А у нас вот, ну, вот такого, такого драйва от жизни у нас, ну, у нас нет уже давно. Просто вот, и это, ну, как бы, это как бы бездопинговая история, да, абсолютно. То есть ты как бы приезжаешь и понимаешь, что художники там колбасят с утра до, ну, то есть, ну, я не знаю, просто это сложно, на самом деле, передать и картинками, и словами. Ну, кто более, там, более образован в интернете, я думаю, найдет фоточки там всякие и видео с Google Fest'а, чтобы посмотреть, как вообще, ну, то есть 7 га, да, 7 гектар пространства, заполнить его арт-объектами, визуальными, музыкальными, театральными, инсталляционными, это оказывается не так просто. Это не, это, ну, это не привести там на фестиваль там, 20 разных групп со всего мира. Это одна история. А другая история — сконцентрировать украинский продукт. Просто разный, абсолютно. Разного типа, разного класса. Ну, желательно, конечно, повыше качества. Это ну, как бы почти нереально. Но возможно, когда вы подаете какую-то идею. Ну, допустим, привести там Кшиштофа Зануси для того, чтобы он приехал и там рассказал о том, что у него происходит, или даже, может быть, снял какое-то небольшое маленькое кино с кем-то из участников фестиваля. Это для этого ничего не надо. Для этого вам необходимо обратиться там в Польский институт заранее. А мы даже обратились не заранее, мы обратились за неделю. И он как раз пролетал над Украиной. Мы говорим, давайте мы вам дырку здесь сделаем, вы как бы упадете и потом снова полетите. Он говорит, окей, мне это интересно, а что это такое? А вот мы, Google Fest, это такой огромный как бы сквот, ко-проекты, мы делаем, мы как-то пытаемся в этой стране попробовать объединить людей вокруг себя и дать возможность выстрелить чему-то новому. Он говорит, окей, мне это интересно. И приехал и собрал там, ну, ни много ни мало, порядка 1000 человек на свою просто вот. Но то, что он просто рассказал, это мы не сделали никакого продукта вместе с ним. То есть мы просто его пригласили. Вот. И украинская Украина как пространство такое, ну, не фестивальное. Это фестиваль, это один, как один из идеологических типов построение взаимодействия с разными креативными классами всего мира. И Запад, которым они вот устали, они хотят какого-то вот, ну, это, ну, это не знаю, это как, ну, ты сидишь там, не знаю, год дома, а потом как бы выходишь, да, там, на улицу, в парк. То есть вот это состояние, вот такое состояние они переживали, когда они вот приехали сюда. То есть оно немножечко у них, за счет того, что у них полностью обеспечена вся история по там, финансированию проектов, грантов и так далее, они там себе нормально себя чувствуют. У них зарплаты, квартиры, все, ну, как все положено. А тут они приезжают и на голом месте. Просто вот, ну, люди создают из мусора, из чего угодно, ну, и они начинают сюда подтягиваться. Подтягиваются и начинают с этими людьми, да, создавать вот этот, ну, так называемый третий продукт. А, все. Может быть, какие-то у вас вопросы есть, да? Я с удовольствием попробую на них ответить. Ну, естественно. Смотрите, вы говорили о том, что новый продукт получается, когда есть пересечение разных вещей, разных плоскостей и разных границ. За счет того, что эти плоскости преломляются, пересекаются впервые, продукт тоже может появиться впервые, он тоже будет новым. И понятно, что из-за того, что где концентрация этих граней или плоскостей разных вариантов выше, она в столице. То есть есть такая разница между периферией и метрополией. И что делать с тем, что в регионах или, вы говорили, в разных городах есть такая анклавизация, гетоизация, где не только количество граней, оно сводится к минимуму, но каждая грань старается занять как можно более
замкнутое пространство никаким образом не пересечься. Есть ли какой-то рецепт в борьбе с этим, есть ли рецепт в борьбе с тем, что называется провинциализацией? Или высокое искусство, что-то новое, современное, может создаваться только в столице? Ну, вот как бы в том-то все и дело, что очень важно, чтобы оно создавалось не только в столице. Именно, ну, как бы, поэтому я здесь, и не знаю, насколько я смог выдержать какую-то единую цепочку того, что я говорил, потому что хочется сказать очень много чего, на самом деле, и можно даже устроить марафон. Я могу долго об этом говорить и наводить разные примеры. Вот. Но все-таки суть заключается в некой как бы активизации на периферии, то, что вы назвали, ну, не периферии, но все-таки, да, если это так, некой как бы активизации разных пластов общества. То есть делаются, то есть вы изначально уже вот сейчас там, ну там, допустим, послушав меня, послушав еще какое-то количество людей, которые делают какие-то идеологические вещи, исключительно созданные идеологией, попробовать организовать или спровоцировать или подключиться к существующим организмам, которые уже что-то выдают, и попробовать разработать большую эту идеологию, чем они ее имеют. То есть, исходя из того, что есть, можно, ну, я не знаю, то есть, идеология может развиваться там несколькими способами. Один способ, вы просто выходите вот, ну, вот сюда, вот под это дерево, ну, и каждый день его там начинаете поливать. Вы поливаете, 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 поливаете. Подходит один человек, подходит второй. Об этом начинает, приходит журналист и говорит: слушай, чувак, сколько можно поливать дерево, оно не растет, оно засохло уже давно. А ты говоришь: я верю. Я верю, что оно... То есть, ну да, ты себе начинаешь оправдывать свой поступок. И на самом деле, если это делать постоянно, идеология начинает выстраиваться. Это очень интересный момент. У нас еще существует такое понятие, как типа, зачем ты это делаешь, если ты не знаешь, для чего ты это делаешь. На самом деле очень, ну, вообще стрёмный вопрос, потому что этого чувака можно точно так же легко задавить, потому что если ты его спросишь, если он задает такой вопрос, значит, он вообще ничего не делает. Понятно, что человек, который делает, обречен на критику, на причем страшнейшую вообще, чем человек, который не делает. Тот, кто сидит себе тихонечко, он себе тусуется, и вроде бы как бы и пылинки никто не видит. Как только ты там выходишь и поливаешь это дерево, все ходят, ну, и поливают тебя, понимаешь? То есть ты начинаешь это делать, привлекаешь музыканта, он сидит рядом на баяне играет, понимаешь, вон там. И как бы говоришь: слушай, давай как-то вместе. Я буду поливать, а ты будешь играть. Я буду играть, ты будешь поливать. То есть я что имею в виду? Я имею в виду, что необходим процесс постоянно действующий. Понимаете? Чтобы, ну, грубо говоря, я приехал сюда, да, там, допустим, а потом вернулся в Киев, а мы тут вместе стали, вы там на баяне поливаете, а я это снимаю, там, стихи читаю просто. Ну, вот честно, честно вам скажу, вот понимаете, от фонаря, вот я не знаю, насколько это звучит вообще из уст моих, ну, серьезно, но реально это работает. Ты начинаешь делать какие-то вещи, которые выходят вон из постоянно действующего твоего кинокартинки. Вот ты вышел, ну, по сути, что ты теряешь? Вот ты вышел, ты с утра проснулся, там, ну, или не с утра, или днем, я не знаю, когда ложишься спать там. Проснулся там, ну что, пошел там, пописал там, вернулся там, поставил чайник, то есть, ну, пошел на работу, вернулся, заснул. Ну, то есть, у тебя процесс, по сути, как бы, постоянно, ну, замкнутый и однообразный. Чтобы его разнообразить, для этого ничего сложного не нужно, ну, не нужно делать. Для этого можно там открыть окна, оттуда, ну, кидать листы там с бумагой. Тот на тебя начнет кричать, там, понимаешь, ты что кидаешься там. Ты можешь вступить в взаимодействие с этим человеком, да. То есть ты можешь эту линию легко на самом деле развить.
И дойти до того, что тот человек, на которого ты кинул, который упал, и это в 90% это происходит, он и есть именно тот человек, с которым ты можешь сотрудничать. Очень часто происходит так, что у меня в гараже лежит то, что вам всем нужно. А у вас, у каждого дома, лежит то, что вам не нужно вообще, а мне нужно, понимаете? Но мы об этом не знаем. Мы мало встречаемся на почве серьезных вещей. Мы очень часто встречаемся в кафе, очень часто там встречаемся где-то в тусовках каких-то, бухаем там нормально, там кто-то траву долбит, я не знаю. То есть все что угодно происходит, но не происходит главного. Не происходит совместного сотрудничества. Не происходит то, ради чего ты здесь вообще. Ради того, чтобы найти, ответить на вопрос себе. Вообще, ну... Ладно там, ну, твоя квартира, ладно там место, ладно там город, ладно страна, но ты, же туда попадешь, и тебя спросят, ты чё, что вот ты сделал? А тебе там, ну, а ты скажешь, ну как, ну у меня денег не было. Не, ну понятно, чувак, а что ты сделал? Ну я там вот в немецкий институт помешал, немецкий дом помешал. А ты что сделал? Вот этот вопрос, он же возникнет. Он будет все равно рано или поздно. И вот если этот вопрос не мучает, если этот вопрос не как бы... ну тогда, значит, возьми сейчас, сядь на поезд и съезди на Донбасс там. Ну, я, то есть, возьми, как бы, там, ну, пойди, ну, если тебя вот, если ты вот, как бы, ходишь, тебе ничего не, ну, по барабану тебе все. И вот ты как бы ходишься, ну как бы ищешь там что-то. Ну, во-первых, есть там медитация, йога, естественно. Это мощный инструмент для, ну, достижения таких целей. Это очень мощная история. Там тоже свое сотрудничество, это целое соединение. Там, вот. Пойди вон там, я не знаю, там в институт рака. Ну, то есть посмотри, вот суть в том, что ты начинаешь об этом думать, когда смерть рядом. Почему вот там более пожилые люди, там они, да, церковь, там, все там, ну что-то начинается у них. Потому что вот оно, понимаешь? Завтра может быть последний день. А мы живем, такое ощущение, что как будто вот вообще, да, еще миллион лет мы будем все торчать тут, висеть, в общем, бухать, ну, дни рождения праздновать. Там, я не знаю, что мы там будем делать. Вот этого понимания его нет. А, ну... Как бы это ни звучало бы, может быть, жестко, но все-таки надо не забывать о смерти. Она будет. Пусть реинкарнация, все что угодно, любая религия, философия, которая дальше продолжает вашу условную там жизнь. Но тем не менее, она как бы будет, эта смерть. И если вы хотите что-нибудь сделать, вы просто о ней подумайте. Просто вспомните о том, что она наступит. Не знаю, я ответил на вопрос. Или нет. Но это тоже объединяющий фактор, понимаете? Поэтому, если я приехал сюда, и вот как бы я приезжаю, живу сюда второй раз, и второй раз, ну, во-первых, меня пригласили, мне очень приятно, обычно я сам приезжаю. И стою вот так вот под деревом, начинаю это. Вот, но, да, благодарю... Что? Просто по работе, я работал на телевидении, снимал здесь сюжеты про животных. Вот, и... Да, тут еще багато питань. Извините. Я назад, бачу, що я найраніше, ну, другим піднявся. Ярослав, я відповів на перше, на те питання перше, яке ви задали зараз. Я дуже довго позиціював це місто, в котрому нічого не відбувається. Дуже класна штука, тут 10 років нічого не відбувається. Тому так натужно вам пробували сказати, що у нас тут обнова. Ну, оце зіпсував, напевно, там сидить попереду Сергій. Це він зіпсував цю провінційну класну штуку, де нічого не відбувається, Меридіан Чорновіць. Ну, закрутив він щось таке, якусь Європу не дуже зрозуміло. Тому що найкрутніші заходи, які відбуваються на Буковині, це весілля. Весілля. Горішні Шерівці 600 гостей, 700. Оце драйв, оце, розумієте, навіть олігархи в Києві такого впнути не можуть, в принципі. Бо такого драйву вони не народять. В Києві олігархи взагалі нічого не можуть. Так, вони нічого не можуть. А до речі, друга
друга репліка щодо попереднього питання, на нього є відповідь. Ну така стереотипна, може афористична відносно того, а що, мовляв, ми тут у провінції, ви ж там у столиці, так? Насправді все починається в провінції, народжується, а там потім продається або не продається в столиці, насправді. Ну не обов'язково за гроші, так? Тобто, ну дивіться, днями просто прочитав в газеті, що виявляється, ну та це багато хто знає, а може молодь не знає, я точно знаю, що у місті Вижниця, де живе 6 тисяч мешканців, з'явився ансамбль «Смирічка», да? А потім там, умовно, весь Радянський Союз, Софія Ротару, ну, Яремчук і так далі, ну, маса народу, звідти вийшла українська така хвиля естрадної супермузики, яку співають сьогодні рядом поряд з гімном, співають «Червону руту». До речі, другу пісню, так? Гімн України «Червона рука». А щодо ідеології, я, до речі, прийшов сюди за слово ідеологія, то треба на плакаті і в інтернеті. Дивіться як, ми ж то вбивали це слово років 20 після того, як тяжко прощалися з ідеологією комуністичною. Знаємо яка, чим вона там людина не наша. Ми прощаємось до сих пір. І так далі. І сказали, треба вбивати. Оце або фашизм, або комунізм. Вб'ємо ідеологію і заживемо. Якось так. Тепер тому слово, ну, те, що панує імператив, котрий панує в Україні, ви про нього так трошки іронічно так говорили, про імператив, який називається первинне нагромадження капіталу. Він існує в цій країні. Насправді. От. І з цим імперативом треба змиритися, тому що креатив в основному, він там, де гроші заробляються. І питання, потім ви кажете, а що в нас бабла нема, ну де ті, котрі. Тому що, от, наприклад, в Чернівцях на це розраховувати неможливо, тому що це дрібно-буржуазна територія, де кожен, якщо зробить, ну, тобто зробити два весілля для молодого, ну, для середовища, я сказав, що я крутий, бо в мене круті весілля. Це вже супер, мета досягнута, і навіть і мистецька в тому числі. Тому креатив дрібно-буржуазний, з цим треба змиритися. Тому далі лишається те, що ви кажете про дерево. А от що робити з деревом і що робити з тим, що сверблячка десь іще, крім шлунку, то це, та, це правильно ставити питання, що з цим робити? У кого це є ця сверблячка, да, і куди податися з нею? І знову ж таки, ця відповідь знайдеться в провінції, я не знаю, не в Чернівцях, може, а може в Чернівцях. Ні, так це повинна, як це повинен усвідомити, для того, щоб це усвідомив кожен регіон, це треба, щоб усвідомили люди з цього регіону. Тобто це треба одночасно цей момент. Він не дієвий, якщо він виникає в одній десь в місцині, він поки доповзає, це не буде змінені колеса. Це є ідеологія, що це має бути скрізь одночасно. Да. Так не буває. Там далі приходять 25-тисячники в кожне село і кажуть, наша ідеологія, от так. А не буває так, що раптом в один момент 40 мільйонів і одна... Ну як, ну от зараз же ж така річ, ну як це, війна, ми нація, Україна, от вона зараз виникла, ця ідеологія, але вона не має конструкції, немає форм, тобто вона є як мрія, але ну, тепер мрію треба воплотити в жизнь. А вона застигла тільки в рамках того, що ми хочемо. Я не закінчу, щоб не забирати багато уваги на себе. Значить, дивіться, нема чого, в принципі, і в провінції цій, напевно, і багато де, в столиці, в принципі, не може бути такого. Тобто потрібен той бульйон, в якому це, от оця сверлячка, от оці прагнення, вони визріють якось, доваряться, викристалізуються, як завгодно, неважливе слово яке. Це, оцей бульйон дасть одну з граней, і того, що ви казали, багато різних якихось видів, жанрів і так далі, вони з собою не змикаються, але якась грань може з'явитися, наприклад, Чернівця, а може не з'явитися, може бульйону нема. Тобто сверлячка є, ну, дивіться, там, от... емоція є, а бульйону нема. Вибачте, це, люди знаходять собі подібне. Я зрозумів, можна я перепрошую, що я вас просто, от ви кажете, може з'явиться, а може ні. От, а тепер я якби провокую, да, вас на цю відповідь. Іде ворог до вашої хати. Ось він, от у вас жінка, от у вас діти, от у вас все це. Вони зараз. Чернівецька відповідь одразу. Це місто, котрі за 100 років змінилося 6 держав. Розумієте, ворог, не ворог, хто його знає. Ці прийшли, пішли, гроші інші, вивіски інші, мова інша, все інше. Чернівці.
Австро-Угорщина, дві Румунії, два Совєти і одна Україна. За не цілих 100 років, з 1918-го. Тому я не знаю, чи ця територія народить такий порив, надрив, чи що сказав. А от оцих москалів третіх ми вже не пустимо. Так? А чого двох тих пустав? Ну, да, але, наприклад, я, да, як українці, ну, хоч я і киянин, але при цьому всьому для мене зараз дуже важливо, щоб не прийшла ні Австро-Угорщина, ні Росія, нічого. Я відчуваю, що нарешті Україна має свою націю. Ну, з'явилася, нація з'являється тоді, коли є мрія. Коли в якийсь момент люди починають розуміти, що вони щось здатні, що вони можуть на щось впливати, що вони можуть говорити, їх чують, що вони можуть робити, і це актуально. Тобто треба, ну, треба людині просто, ну, як повірити в себе. І якщо в Чернівці, як це, їх влаштовує, що, ну, їх не влаштовує. От є якась кількість людей. Навіть ви теж в цій кількості, хоч і ви там це, але в принципі ви вже думаєте, а чому б і ні? Слухайте, прикольно навіть. От це і ця кучка людей, це ж не 300 студентів під Крутами, розумієте? Це вже це є от така от кучка, є вже в кожному місці. Ну, от в кожному регіоні є така тусовка. Вона десь визрівала довго, десь, але зараз ці тусовки, вони як гриби. Вони, я про це вам точно кажу, тому що я проїхав в багатьох регіонах за цей час і вже їх і вже це бачу. І розумію, наскільки можна робити якісь дієві проекти, і з якимось з них ми вже це робимо, домовляємось. Тобто, якщо цей регіон почне підтягуватися, чи навпаки, сюди почне підтягуватися ця історія. А я там, ну, прийду в Київ, да, там, скажу, ну, привіт, там, чуваки, давайте поїхали, може, в Чернівці. Там, тому що те, що я був 3 роки назад, я приїхав в Київ, і я чесно вам скажу, вибачте мене, але я сказав, що ділять там нефіг взагалі. Тобто дуже крута архітектура, все, мені подобаються ці от розписи, дорожки, все класно. Ну просто скучно страшно. Просто мені сумно, розумієте? Я пішов в театр, і там я шлялся просто ось здесь. Ось я працюю, я приїжджав, там мене було 3 дні, по-моєму. Я, у мене з 6 до 11 була зйомка, а потім цілий день я шлялся по цьому. Я там ходив, ну і так, і сяк, і це, і в кафе заходив, і туди. Ти как би, ну. Ні, тут все не так. Ну, я отримав це. У нас іноді времени, скажи, Коля, я що мало? Ну, я про ні, я понятно, що понятно, ви ж розумієте. Ні. І театр тут теж не показатель того. Понятно. Ні, я театр тут така ж картинка, яку ви нам привезли. Я можу її усугубити. Не надо. Не надо. Більше, ніж я усугублю, ви не усугубите. А от ми не можемо впливати на театр. Сидячий тут точно не може. Понимаете? Це питання теж. Пойдіть закидати помідорами. Це буде вплив. Ну, ні, це буде вплив. Який, але буде. А ви знаєте, що таке лічне відношення? Так ви з Одеси. Ну, а це Львівна. Це виправдання. Ми шукаємо для себе виправдання. Я не виправдання. Я не про це. Ні, це дуже супер, що виникла ця дискусія. Я перепрошую, я тут буду модератором таким. Ні, тому що... Це Чернівці, та тут Австро-Угорщина, а тут Священні. А це особисті стосунки. Це стрьомна штука, яку ви зараз робите, тому що це зараз, ну, як би, це... В чому, якби, от я вам скажу, вибачте, да? Але в чому, якби, суть? В тому, що коли ти приходиш там, я ж кажу, там, в Донецьк і говориш, дурики, ну как вы не понимаете, все по-другому. То ты не можешь людині це не почує.
людина може почути інакше. Тому така взаємодія, вона приречена на українськість, оцю от нашу минулу. Розумієш? Тобто я просто хотів сказати про те, що може ви й праві, що тут, понятно, розгулітися завжди можна. Але я кажу, що я про це не знаю. І от це є. От у Львів я зараз приїжджаю, я там прожив у Львові 2 роки, я там працював. Це був 2004 рік. Це теж була в нікуда. І зараз я приїжджаю, це дві величезні різниці. Тобто я зрозумію, куди я йду, що я йду, де в мене є варіанти і так далі. Тобто важливо, щоб це тоді починає ставати несумним, коли це виходить на національний рівень хоча би. А ще краще, якщо... Ні, давай. 2 роки у нас немає, ви розумієте? За 2 роки можуть захлопнутися двірки. І тоді, за 2 роки, через 2 роки, понятно, через 100 років про нас теж хтось буде знати. Але в якості кого? Об'єкта? Не суб'єкта. Я так кожна там. Ви прожили у Львові, ви знаєте, що у Львові. Ви б походили в Чернівцями там. Ні. Я все не... Ну, я ж не вступаю в саме в конфлікт. Так, будь ласка, я перепрошую. Речі, які ви дуже емоційно і щиро нам розповіли. Головне, хочу сказати, що ми з вами солідарні, можливо, на 99%. Тобто все те, що розказали, ми сприймаємо, ми розуміємо, ми так само все дихаємо цим самим повітрям, маємо те саме відчуття. І запевняю вас, що сьогодні тут сидить 10-та частина тої критично, творчо і активно налаштованої публіки в Чернівцях, яка не просто хоче, має запит, а вона готова творити і творить. Маємо проблеми розміру нашого міста, маємо проблеми аудиторії, маємо своїх геніїв, які рано чи пізно приходять до одної фінішної, які потім мають велике розчарування, які вони грають на публіку, і вони продають своє розчарування, вони говорять, що це місто не гідно їхніх великих дій, розумієте, і ми їх також так сприймаємо, тому що рано чи пізно люди десь виростають, місто звикається з тим, що це наші генії, і щоб як вони кожного дня не поливали те дерево, вони просто проїдаються десь, да, своїми моментами таке. Що я хотів вас спитати? Сформулюйте, будь ласка, своє ставлення до ситуації, чи повинна звучати музика, фестивальний рух, театральні концерти, тобто повноцінне культурне життя в умовах війни, тому що дуже часто сьогодні доводиться слухати таку риторику чиновників. У нас цього не буде, це ми не проведемо, в країні війна, треба палити свічку і просто скорбити за тими душами, які віддали своє життя за нашу незалежність, захищаючи нашу територіальну цілісність. Розумієте, є внутрішній конфлікт, напевно, я зрозумів, ваш конфлікт душі відчуває кожен, але все рівно мусить бути якесь адекватне ставлення. Наступне, почекайте, що хочу сказати, ми маємо сьогодні війну, протистояння і боротьбу з монополістами того потенційного арт-простору, а монополістами потенційного арт-простору, власниками 4 стін, де могло б це розвивати, часто є не тільки підприємці, бізнесмени, малі або великі олігархи, а так само і територіальні громади, яким належить цей простір. Ви, напевно, здивуєтесь, якщо вам розповім, що за цією стіною знаходиться 800 метрів квадратних площі мертвої колишнього кінотеатру Чернівці, які заховані за такою маленькою, вибачте, Україна, да, які заховані не здивуюсь такими, вони стоять, і ніхто їх не використовує, ніхто. Міська рада чекає, щоб хтось купив, щось зробив, а тут 800 метрів, і в нас не твориться ніякого арт-простору, про який ви говорили. Без простору не може бути реалізації. Є монополія міста, монополія цих, вибачте, ну, заржавілих, консервативних, в головах просто, ну, динозаври, начальники різних управлінь культур, монополістів різних спеціалістів управлінь культур, які не дають розвиватися цьому всьому. Тому альтернатива – це просто от вулиця, це поливати дерево. Але разом з тим, це виклик сьогодні нам в нових умовах вирвати у влади, в управлінні культур ті середовища, простори, де є
дах над головою, щоб створити нову таку площадку для творення цього всього. І мене цілий вечір дуже, ну якось я не сприймав от ваше слово ідеологія, мені здається, його потрібно просто замінити на ідейність. Ідея, ідейність, пасіонарність, а от ідеологія, мені здається, це трошки, ну, трошки з іншої, такої, можливо, політичної якоїсь парафії. Стосовно відносно культури, можливо, не до кінця. Але запевняю вас, що місто не задрімане, процеси творчі відбуваються. Звичайно, ми маємо цей взірець Львів перед нами, хотілося б підтягуватися до цього, будемо підтягуватися, тому, якщо можете, приїжджайте на запрошення, так, і будемо творити з вами. Ну, я ж кажу, приїжджати треба, ну, я якось вже туризмом переболів, і як там, мені хочеться попрацювати, розумієте, і звісно, що це класно, що є у нас, є от цей от. Ну добре, я зараз поки відповім на два запитання, які ви задали. Перше питання – це з приводу вимог війни, заходи. Я можу сказати, у мене в АТО достатньо велика кількість знайомих, друзів, які просто зірвалися, пішли туди. І це питання мене теж хвилювало, і я можу сказати, що що без того, щоб тут щось робити, взагалі це все безсмислено. Взагалі це війна, вона взагалі, тоді давайте просто всі ляжемо, здадимося просто їм всім. Це єдине взагалі, заради чого вони там. Це для того, щоб тут щось відбувалося. Щоб цим людям, які там були, куди повернутися, щоб вони не знову повернулися туди же, розумієте, звідки вони прийшли. А щоб вони повернулися і побачили, що тут створено то, тут зроблено це, тут вони хочуть дії. Люди, які кажуть про те, що, блін, там війна, давайте сядемо, і тут, як би, біля свічки всі, це комуністична ідеологія. Це не комуністична, вибачте, радянська, неправильно виразився. Це взагалі, насправді, маразм. Тому що ми тут, нас зараз перекривають, ну, зробили шкарлупу для нас. От ми тут сидимо, да, у нас все класно, що там, отоплення пропало, що там. І що може, що це там, вода гаряча, чи то правда. Ну я не знаю, як у вас, у нас просто там попропадало там все, ну люди там кипішують. Там, свет, да, там, ні, ну, у нас ми електроенергію експортуємо в великій кількості, так що це таке. От, я маю на увазі, що насправді от це ще один момент, щоб задуматись, що там гинуть люди за те, щоб тут був мир, а ми тут сидимо і нічого не робимо. Тобто ми повинні тут щось робити. Постійно, кожен день, кожен ранок треба вставати і щось заради цього робити. У мене украли iPad от перед фестивалем. Я сказав, Господи, слава Богу, лиш би не було війни в Києві. Да. Я готовий його пожертвувати. Мені ну, тобто для мене це. Хоча там в мирний час я не знаю, я розбив би цю стіну від злості. Тобто, ну, я так, да, гіперболізуючи. З приводу просторів. Це питання насправді ідейності. Насправді, якщо от тут така велика кількість активних людей, якщо ви сядете і придумаєте, чи розвинете, чи залучите людей, за допомогою яких ви зможете чітко вибудувати ідею цього місця, от, яке от тут 800 квадратів, що буде відбуватись? Програма. Які це будуть люди, які там будуть діяти? Куди вони будуть їздити? Їх фестивальне життя і так далі. І якщо ця ідея буде, ну можна так сказати, те, що ви зробите в результаті цієї ідеї, на Заході це якось буде на якомусь там більш-менш цивілізованому рівні, да? То, не знаю, дзвоніть, я приїду і пролобіюю, піду до цього і виб'ємо це місце. Справа в тому, що ми не можемо, от, треба придумати таку ідейно бізнес-модель, про це, в принципі, взагалі, це мій вообще, от весь цей спіч. Якби про саме от про те, що я почав говорити з того, що ми познайомились з Наталією на конференції у Львові на воркшопі по регенерації промислових зон. Тобто ці бізнес-моделі, от там було вироблено 4 бізнес-моделі,
І вони, ну, ну вони, класно, що це вже почало, воно почало рухатись, воно виліться, але вони дуже хиткі. Треба виробити таку бізнес-модель, ідейну модель цього простору, щоб вона була ефективною, щоб вона представляла місто, чи там, чи давало якусь велику фінансову вигоду, чи, ну, чи воно збирало в собі якийсь постійний потужний фестивальний рух, чи якась потужна. Якщо це буде, я вам гарантую, що вам це місце дадуть. Ви погоджуєтесь з тим, що фестивальний рух — це є сьогодні найбільш поширений інструмент культурної політики країни, міста, регіону. Тобто за допомогою фестивалю себе продавати по таким містам, як ми, чи, ну, бо ви часто взиваєте, вживаєте фестиваль, фестивальний рух. Це єдине, просто що я вмію робити, це фестиваль. Ну, просто всі це копіюють, і будь-які заходи, які роблять, це так само стараються цю частинку приєднати до своєї назви. Фест. Бо здається, що це сьогодні в тренді, що це модно. Що от фестивальний рух... В тренді зараз Education, Production, Presentation. ЄПП. Це є тренд. Тобто це освітній процес, який перетворюється, який далі реалізується як продюсерська історія, тобто її можна продати, придумуються бізнес різні моделі, як це реалізується. І далі презентаційний простір, на якому це теж у нас не вміють робити презентації, взагалі ніякі. Чому взагалі, я вам так в двох словах поділюсь, чому взагалі зараз, от, це ж не випадково, що зараз з'явився оцей от дисонанс презентацій, фестивалі там і так далі. Я вам поясню, звідки це взялось. Поїхав великий Фірташ у Францію, вон там 2 роки назад, в Париж. Вони там зняли за кучу бабла там в центрі кафе, я не буду там про подробиці, кафе, і зробили, у них як взагалі? Ти от олігарх тут, да? Але там тебе ніхто не знає. Для чого от є Пінчук арт-центр, так, на всякий випадок? Це він там ж не жертвує, і навіть не капітал свого імені. Суть полягає в тому, що ти приїжджаєш на захід, а з тобою ніхто не здоровується. От ти там: «Здравствуйте», а тобі як би: «Ну, привіт. А давайте з вами бізнес робити. А ти хто такий?» Вони всі знайомлюються тільки на, ну, виключно, в основному, або на дуже крутих, якісних конференціях по різним темам, або на дуже якісних культурних заходах. Театр, музика, кіно, фестивальний рух і так далі. Це все відбувається от в такі от моменти. І от поїхав в Фіртош, взяв там пол хора вірьовки, там, пол ще кого-то, ще пол кого-то. І там прийшов парень і сказав: «Давайте я вам залям все забацаю». Ну і забацав. З ним до сих пір там ніхто не здоровується. Це вони вдруг, тобто якщо тут вони презентуються, да, там, і свої чиновнички їм хлопають, то там цього ніхто не робить. І вдруг у верхівки зараз, але це почало ще при Янукі, ще рік назад, з'явився вдруг запит у олігархів, у серйозних чого політичних партій на якісні заходи. А вийшло, що в країні реально ніхто не вміє їх робити. Ви вмієте, вони до вас прийдуть, гроші принесуть. Ні, та вони вже прийшли і вже 1000 раз замовили. Це таке. Просто я про те, що понятно, що не вміють, у нас просто не вміють презентувати взагалі. У нас є сам суб'єкт презентації, але не існує в оцій дорогі, поки людина йде до цієї презентації. Ніхто не до сих пір, хоча Михайло Чехов об цьому написав там 50 років назад, до сих пір ми не розуміємо, що таке атмосфера. Вообще це не вивчається, це питання ніде, ні в театрах, ніде. Взагалі на жодних презентаціях, вообще ніде. Що там повинна свічка горіти, що здесь должно, що тут вот така, що тут водичка капає. Вот все взагалі не приділяється. А нафіга? Ну, питають. А зачем? Вот зачем ви потратили там стільки денег на то, щоб вода капала з дверей? А зачем газети тут розбросані? Що за книги лежать вообще? Хто окна заклеїв? Тобто для них це все. І вдруг, от зараз, от вони почали просто: «Ти там ляпнув на стіну, він вже йде, і смотрить, дивиться на інших, на делегацію свою, смотрить, а делегація ще вже там розмовляє про це», і він такий: «Спасибо». Тобто от ці от моменти,
Как дьявол в деталях, так і ангел в деталях. Тобто це дуже важливі моменти. І от поки ми не дійдемо цього моменту, що презентувати матеріал – це не тільки, да, що ти там показуєш, і там, як ти це показуєш, а людина вийшла з... От ми робили, коли перший фестиваль я робив в своєму житті сам, вообще, там, от з Кутєповим, кстати. От, Зіг-зіг-зони фест. Ми його зробили, взагалі це був мій день народження. От, мені надоїло святкувати день народження за столом, как бы, і всі сидять і бухають. Взагалі. Вирішив, я там зняв якийсь фільм там, маленький, взагалі, і вирішив його презентувати спочатку у себе в квартирі, потім мені друзі кажуть, а давай презентуємо, я знаю кінотеатр, у нас є кінотеатр імені Чапаєва на Львовській площі на 200 місць, такий маленький, затишний там. Ну, типа, каже, ми там викуповуємо всі квитки, а квитки там по 4, по 4 гривні там квиток. Ми да, тобто ми просто поїхали, викупили, а я от ми викупили ці квитки, і там жінка така, вона це, ой, давайте проведіть у нас щось, у нас тут Тарковського показують 30 років, більше нічого. Хоча це класно, Тарковського під вот, і в общем, ми приїхали, подивилися кінотеатр, викупили ці квитки. Я читав якийсь там фільм на екрані, класно там мой вообще, там фільм, ну такой, ну фільм не фільм, дневник какой-то. Я не знаю, ну, в общем, не очень, я його до спір нікому більше не показую. Але люди от там потім, ну, кажу там друзям, музикантам, говорю, давайте что-то поиграем, ну что, один фильм, что ли, будет, что ли. И вот начали, как бы там куча народу подключилась, такие, все аматоры. Там без профессионалов было буквально, мы там поставили какой-то намет на сцене, что-то заходили в него, переодягались, выходили другие, там снова переодягались. Можно посмотреть, Зиг-зиг-зони фест есть в YouTube. І саме цікаве, ми поїхали на этот самий на секонд-хенд і купили мішок кроваток. І от це просто, вот, просто кортиком в десятку. Ми просто всім, хто приходили в гості, по-перше, прийшло дуже велика кількість людей. Я не очікував цього. Це 2007 рік, мало заходів теж в Києві і так далі. Ну, ми там Live Journal ще був такий на Facebook, там ми це розкидали. І от кожній людині, коли реєструвалися у нас, ми давали цю кроватку. І це стало таким об'єднуючим фактором. Всі люди ходили в цих кроватках, і це от створило якусь, я не знаю, от повну єдність. І це спрацювало. Розумієте? Тобто, як людина, котра виходить з тролейбусу, там, з метро, що, от, спробувати не бути художником і спробувати там щось витворити, а стати серим чоловіком, який вийшов із тролейбусу, і пройти цей шлях. Розумієте? Просто пройти, подивитися, яка плитка, куди людина дивиться, що вона бачить. І розставити міточки, да, якісь там, ну, манки теж називаються там в театрі. Там то. Ви вибачте, що я так нравоучительно, як би я об этом всьому говорю. Просто і насправді, коли людина доходить до самого продукту, до самої цієї презентації, вона вже готова. Вона вже готова сприймати, вона вже активна. Не прийшов, как бы, і ти от как бы не в своїй тарілці, закріпощений, і всі стоять, ну, щось п'ють, і щось не йде. Ну, разве що там хтось вийшов на баяні, і все. І ну, тоді наоборот, все. Всі розкріпостились так, що краще би не розкріпощались. От, і от тому тренд – це education, production, presentation, фестиваль. Зараз взагалі концепція Google Fest'у, вона росла з кінця 90-х років, вона придумувалась і прописувалась дуже довго, і була як проєкт гуманітарної політики, проєкт центру 365 днів освітнього продакшеного центру для Міністерства культури. Понятно, що Міністерство культури нас послало подальше. От, і далі цей проєкт почав реалізовуватись шматками. Ну, от як Apple, наприклад. Вони зараз випустили 6-й iPhone. Насправді у них є 20-й. Але вони ту модель роздрібнили її. Розумієте? І по чуть-чуть, да, дають. По чуть-чуть. Тин-тин-тин-тин-тин. Таким чином, как би, маючи постійний, как би, бізнес. Так само і в фестивальній історії. Якщо немає великої масштабної ідеології, ну, ідейності,
нема щось, що поза фестивалем, що виникає в результаті фестивалю, то, в принципі, сам фестиваль – це просто форма, як цей захід, це форма, це як кіно, як будь-яка інша форма. Суть полягає саме в тому, щоб придумати величезний проєкт, масштабний, який може існувати, це ж річний культурний проєкт, це серйозна робота, реально. І уже як етапи презентації цих проєктів, це фестивалі. А до цього от ми придумали в цьому році, використали вже раншу ідею, яку ми цього освітнього центру, і запустили вперше резиденцію, тому що вдруг відчули, що people готов. Люди готові співпрацювати. Люди готові. І дійсно, ми там крикнули, чоловік 500 просто з'явили. І самців, тобто не людей, які там, а творців, які от за собою тягнуть. І от вони приїхали всі, хтось зрозумів, хтось не зрозумів, хтось захотів, хтось не захотів. Але вони почули, і це ехо там, я думаю, буде бити якийсь час. Тому от я вважаю, що це от є тренд. Можна ще одну історію розказати, що я не дуже важливо. Якщо питання про історію, як відбувся один проєкт у травні 12-го року в Чернівцях. Тоді в країні відбувався Євро-2012, Україна приймала європейський чемпіонат з футболу, Чернівці і з боку ніде не стояли. Але для того, щоб от якось наближитися до цього свята футболу цілої Європи і України, було придумано і запропоновано на центральній площі в місті Чернівці, на клумбі, де колись стояв пам'ятник Леніна, поставити мистецьку тимчасову інсталяцію. Для того, щоб якось розворушити ситуацію. Да, ви бачите, багато старих будівель, архітектура, збережені культурні спадщини, все добре, немає нічого такого проривного. І на цю клумбу було поставлено конструкцію висотою 7 метрів, 1600 м'ячів футбольних були закладені, був зварений металевий каркас, і туди напхані справжні футбольні м'ячі, накачані повітрям, які відтворювали приблизно отой символ і логотип Євро-2012. Значить, якщо я скажу, що зафакали, це мало буде сказати. Розумієте, кожен плювався, фу і фе. Як це так? Історична частина міста, таке щось покласти. Та це ж місто пропад, це ж не витримки. І т.д. розумієте? Тобто спроба тимчасової такої конструкції, яка не претендувала на те, щоб стояти там віки вічно, кілька місяців, спричинила таку хвилю обурення в місті, що давало просто неймовірний заряд для того, щоб і далі продовжити це робити. Тому що цим самим люди проявили себе, що вони не байдужі, вони не проходили повз, і їм не було це по барабану. На той час там на фоні тої конструкції було зроблено більшу кількість фотографій, головне творити і розповідати. Дивіться, якщо є різні види творіння. Якщо ви йдете на поводу у тих, хто там фотографувався, тоді ви зробили все правильно. На поводу. Я створю прийняття. Ми з вами об этом уже говорили. Болить туди кучу бабла, це бабло, яке ви чуєте? Зачем? Нет, на это можно было столько гениальных проектов делать, которые могли бы быть невременными и не поднять того местного правителя, которого вы тогда хотели за любые деньги увековечить. Вот вам и идеология. Мне сорно, что вы настолько выкрылось воспринимаете. Я, да, молодежь. Мы творим мистецкое. Я буду тут модератором. Мистецкая акция была. Дивіться, я вам відповім. Я вам відповім на це питання, чому так взагалі відбулося, тому що це було... Ні, не важливо. В мене є відповідь на все це питання. Я знаю відповідь. Кому треба відповіді, підходьте до мене. Дуже все просто. Якщо б 160... Скільки там? 1600 м'ячів. Якщо 1600 м'ячів би накачав би просто
пул, прийшли б з насосами, накачали б 1600 митців з усієї країни і заходу, нічого б такого не було. Тобто реально всі б ходили б і говорили, от це Кличко качнув. Там. А це Ройтбург. Угу. А ти попробуй на Ройтбурга, що він тебе затролить так, що тобі буде. І так далі. А це там Будінів качнув. А це ну, Троїцький, отут, от, смотрите, на рука. Тобто, якщо в тому вся справа, що дуже небезпечно, звісно, робити якісь речі. Одноосібно. Ви зразу миттєво стаєте стороною якоюсь. Тому ідея як проєкт об'єднання. Розумієте? Як проєкт, не як проєкт реалізації продукту. Спонукання до поливання дерева. Це не є одноосібний акт. Ні, це є одноосібний акт. Але ви виходите, так. Це є одноосібний акт. Але це одноосібний акт, який в своїй суті, я при цьому сказав, який в своїй суті, першочергово несе залучення. Тобто я поливаю, але беру на наступний раз баяніста, а потім беру того. Тобто я про це сказав, що просто поливати кожен день, так, тоді може і лікарня. Але тут треба по-іншому. Тобто треба залучати інших людей, робити це. Тобто поливати сухе дерево, потім брати. Ми закінчили, так? Вже? У нас час. Ми в процесі закінчили. А, ми в процесі закінчили. Ну, я ви розумієте хід думки, так? Тобто я маю на увазі, що. Необережним, наоборот, що дерще. Але залучати, ну народ, чого? Ну подзвоніть мені, скажіть вон. Ми тут м'ячі качаємо. Костя Ідуцький був, так хоче Чорнобиль. Та у нас навалом людей, які з радістю приймуть цю, і там прийде все громадське, розуміють сюди, і так це. Які ж культури тут наваяли? Ні, разом. Ні, давайте пропозиція. Конструкцію залишили, м'ячів нема. Наступного разу на ваш фестиваль веземо конструкцію і качаємо раз. Ну так, да, але тут вже треба. Ідею. Я просто хочу сказати, що власне що на 8 годину сьогодні ще продовження. Просто продовження. Ми зустрічаємося в літератур-кафе. Буде така, не знаю, посиденьки, вечірка, нагода поговорити. Ми будемо раді всіх дуже бачити. Тому я просто хотіла сказати, що цю дискусію можна перенести. Хватит. На 8 годину перенести, так. Да. Наталія каже, скільки можна. Я виступила просто так авторитарно в ролі модератора, що давайте поговоримо 8. Ну, в більш неформальній обстановці просто. З вином і так далі. Дякую. Дякую вам всім.